Судьба аргентинского футболиста валлийского клуба «Кардифф» Эмилиано Салы до сих пор неизвестна. Легкомоторный самолет, на котором 28-летний спортсмен в понедельник вечером вылетел из Франции, пропал с радаров в районе пролива Ла-Манш. Обломки воздушного судна пока не найдены. Поисково-спасательная операция в районе Нормандских островов продолжается. Полиция острова Гернси сообщила, что поиск ведется в соответствии с четырьмя версиями. По одной из них футболист и управлявший самолетом пилот могли воспользоваться надувным спасательным плотом. Ранее выступавший за французский клуб «Нант» аргентинец Эмилиано Сала официально вошел в состав валлийского клуба 19 января. После известия о пропаже самолета с бывшим игроком «Нанта» свыше 1000 болельщиков клуба собрались на главной площади французского города, чтобы выразить спортсмену и его близким свою поддержку. Перед исчезновением Сала отправил брату аудиозапись со словами «Я на борту самолета, который, кажется, разваливается на лету».